Привет, привет. Ну вот, приехала ко мне такая красота. Глушители а-ля Бобер. Вот, не буду скрывать, я их уже ставил, подгонял. Глушители требуют подгоночки. Просто так не хотят залезать, да. И, конечно, с ними немного посложнее, чем с обычными оригинальными. Да? Ну, проставыш такой вот будет на переднюю трубу. Немножко там укоротить болтики крепления. Все остальное вроде бы как встает. Я уже заводил. Звук мне нравится. Значит, привлекло меня то, что они сделаны по стандартам Евросоюза, и с ними можно проходить техосмотр. Ну, если хочется особо фартануть, здесь вынимаются флейты. Флейты съемные. Я пока не буду экспериментировать, поставлю так, как есть. Да, фирма это Falcon. Да, вот такой пришел Талмуд глушителями в сборе. Ну и карточка сервисная. То есть для сотрудничества дальнейшего. Ну, я думаю, что я с ними пока не буду сотрудничать. Вот. Глушители, значит, не хромированные, двухслойные, сделаны из нержавейки полированной, что опять же привлекает. Всегда можно полирнуть глубоко, если есть царапины. Вот. Меняю я их по той причине, что предыдущий хозяин где-то завалился и очень хорошо тиранул. Оригинальные глушители стоят практически так же, если не дороже. Поэтому вот заказал с Германии такую красотень. На днях буду ставить, пытаться заводить, но у меня есть еще работа с колесом задним, чтобы они мне не мешали, пока их отложу в сторонку. Ну, такое вот описание. Мотоцикл выглядит, конечно, по-другому. Мне нравится такой классический вид, а здесь уже будет такой больше под бобер. Они короче где-то сантиметров на 20 каждый. Вот. Ну, будем привыкать к новому виду, к новому звуку. Так что вот такой вот Exhaust System. Ну, коротенько. Поставлю, еще сниму видео. Спасибо. Ну вот, значит, вчера я менял фильтр выносной. Так он выглядит, вся эта система. Сегодня поставил глушители. Ну, завтра, наверное, надо запускать, пробовать. Надеюсь, что течи не будет, и я забуду про замену фильтра, то есть про демонтаж глушителей. Так, глушители у меня новенькие. Фирмы Falcon. Вот так у меня изменился зад. Так, новый диск поставил тормозной. То есть. Ну и поставил задние дуги. Заказал с Польши. Расчудесная работа. Просто все аккуратно сделано. Подошло идеально. Вообще без никаких проблем. Сомневаюсь я теперь, что нужны были эти ножки. Ноги можно ставить и сюда наверх. Ну, с ножками как бы даже будет как типа платформы. Вот есть у меня ножки. То есть ласты вот такие. Но я боюсь, что они снизу прорезинены. Я боюсь, что они будут обгорать от глушака. И это все будет осаждаться на моем хроме. Ну вот. Такие две дуги. Вынос у них чуть-чуть меньше, чем передних.
так, для сравнения. То есть пассажир будет защищен теперь. Ну, вот такие дела. Глушитель тоже встал. Ну, теперь дело за малым. Лишь бы не потекла вся конструкция выносного фильтра. Ну, и, в принципе, все готово к сезону. Да, вот так вот выглядит сзади. Очень расчудесно все. И распрекрасно. Вот такие пироги. Рекомендую. Дуги задние. Очень хорошая вещь. Пока-пока.